Ну что, всем привет. Мы доехали в Астрахань. Как я и говорила, что скоро мы поедем. Что ты туалет снимаешь в Астрахань? Я не туалет, а себя в зеркале. Приехали мы в Астрахань с братом. Сейчас вот только поели. На обед у нас щи были и пельмени с рыбой. Сейчас чуть отдохнем и поедем уже на рыбалку за судачком, потому что вечернее у нас будет чисто. А завтра уже поедем на Самай и Сазана. Вот такой вот у нас номер. Кондиционер, холодильник, телек, самое главное. И туалет. Все. Небольшой, на двоих вообще отлично. За туалет? Нет, за номер. Так что, ребят, скоро поедем на судачка. Ну что, все, мы сели в лодочку. Сейчас скоро будем отъезжать. Жаришка у нас, конечно, наверное, 45 под 50 точно есть градусов. Время где-то 3 часа. Мы потихоньку будем выезжать ловить такой вот лодочки. Мирогинка хитрее работает, да? А? Мирогинка работает. Есть там нюансы. Он четырехтактный или? Нельзя верить еще китайцам, нельзя. Что, встали мы на первую точку судачка. Сейчас ну, тут забрасывать. Около парты. Вот такая вот приманочка. Красная. Сменил на вот такую вот приманочку. Видишь, местами? Видишь, полоска? Ага. Это значит, там мель. А вот здесь углубление будет. И будет течение меняться вот здесь. То есть наше вот это вот белое место. Угу. Вроде удары были. О. Мы делаем вот так. Вот он там у тебя. Угу. То есть у тебя лески вот так должны остаться. Угу. Ты прямо вот удочку вот так вот поднимаешь, угу. И он сюда подходит. То есть не там, чтобы я выпрыгивал. Аккуратней. Там, чтобы я выпрыгивал с подсачки. Давай я достану подсачку. Есть. Небольшой. Ой, это кто? Судак? А, это приманка, я думаю. Жабы такие. Помнишь, мы тройничок поставили? Ага. Я не пойму. А, ну да. Сошел, что ли? А я вот правее бросил, меня на... О, откусил. Я направо бросил, нападение сразу вмочился. Но он когда падает, он как бы... Когда он падает, он вертикально видит. Мелочь какая-то, что ли? Подсекать проще будет. Ну, это что, удар? Да, это еще.
такое. Затащишь, то лучше, наверное. Да. Может такой же, хотя нет. Да нет, пока. Я он маленький. Вот такие вот ребят клюют. Один за одним. Да. Что такого выкидываю? Говорю, вообще хорошо. Да уже особо не сопротивляется. Ударил хорошо. Помнишь, как я тебя учил? Отойди чуть-чуть. Все, все, плачь. О, ну этот побольше. Тихо, тихо, спокойнее. Ой-ой-ой. Сейчас, сейчас. Вот это он. Ух ты, ё! Тихо, да тихо, я не упаду, я не упаду. Лодку, да? Кто там такой? Я не знаю. Я не знаю. Давай потихонечку, потихонечку. Он вообще стоит. Выкачивай. А, ну это судак, да? Судак, подростку, дома. А, уже... Я тоже. Тройник работает. Спокойно, спокойно. Сейчас мы ровно. Видишь, он справа стоит. Чуть-чуть на вот этой бровке. Потому что малек идет оттуда, и он ждет с этой бровки. Стоит. Вот это он, конечно, тянул. Ну вот он. Один за одним просто. Но этот мелкий. Да я вытащу так. Да, вытащу. Всегда берем за поводок. Аккуратнее, он это брыкается, скотина. Ай, ударил прям в ноготь. Жарень вообще ужасно. Искупались, смотрите, как у нас за лодкой. Просто ну, вообще нету. И там судачка вытаскивают. Это рыбалка. Что, ребят, спустились с лодки? А вот она, яма начинается. Нифига, вот она, глинистая. Ну, тут? Не, а... вот, там не ближе. Вот это там подъем стоит. Блин, сейчас помнишь, что стоит. Взяла? Не, была. Была, да? Да. О, да что ж ты? Опять дно? Не, это уже дно. Там яма? А? Да, яма вот так вот. И вот так и вот так стоит. Сейчас, сейчас. Есть. Один за одним просто клюет. Сейчас подведу. Время, ребята, у нас уже часов 5-6. Становится прям похолоднее, еще искупались. Вообще красота. Место прям прикольное. Вон там вон рыбы, вообще куча какой-то плещется. Наверное, жерех. Глубина, смотрите. Даже удобнее ловить, чем с лодки. Смотрите, тут не клюет, а он ее клюет на вот эту приманку. Вот
Тут еще мельче. Ну что, забросик. Сейчас, наверное, сразу тоже клюнет. Зацепы тут, конечно, есть. С лодки, когда ловишь, зацепов нету. Когда с берега, можно зацепиться прям нормально. Я уже раза три, наверное, зацепилась, но повезло, что отцепился. Ой. Щуку забагрил-то. На 5 килограмм. Да. Там, главное, поперек забагрил. Ну, там есть, что ли? А, есть. О. О. Все, поехали. Все. У вас я. Они будут... А, он этот. Снимите. Спиннинг, ребят, если что, у меня нарвал. Модель покер. Он до 25 грамм. Есть. А мелкий какой-то. Не знаю. Небольшой. Большой, но плавно всегда приподнимаем удочку. Хочет он эту белую рыбку. Ух ты. А у меня на быструю кровь. Да тоже маленький. Да, я так вытащу его. Показывал, что рыбы там нету. Нельзя верить этой фигне. Ну, видишь, увеличил. А? По сколько грамм кидаете? Мне 20. 20. И у меня 20. А вот этого поймал, когда туда бросал, 18 вообще. Тянет как будто покрупнее. Это, мне кажется, не особо большой. Пока не забагрил. Вот это самый большой, по-моему. Телефон. То есть ты стоишь вот прям, тебе надо просто на корягу, на ту, на дерево, там приямок 7 метров под той. Ребят, ну я честно советую всем свой спиннинг, он очень мягкий, чувствительный, поклевка чувствуется. Если что, катушка на нем у меня стоит Наутилус, 3000-ная. Ну что, ребят, давайте немного вам про базу расскажу. Каждый ролик буду этот отрезок видео, потому что многие будут смотреть первый раз, поэтому сразу, чтобы все знали. Вот тут вот лодочки, это как станция небольшая. Вот лодочки все, то есть сколько лодок, столько егерей. Вот наша лодка, на которой мы обычно катаемся. Лягушек на самов мы ловим тоже вот тут вот ходим, они постоянно вот тут вот сидят. Вот сама база идет
номер сразу запоминаете, кому нужно, кто хочет самов ловить здоровых. Вот идет база. Сейчас покажу. Там вон уже видны домики. Есть как новый большой, но его еще только строят. И вот маленькие, которые уже построены, там два этажа. Заходим, у них вот тут такой вот огородик небольшой идет. Все, что на базе, все отсюда готовится. Вот огурчики, видите, домашние. Вот, смотрите. Ну, такой небольшой огородик. Все, что есть, все на кухню идет. Там вон рыбу чистят. Кто хочет сам чистить, рыбу заказывает. Смотрите, животных сколько. Тут вот уже холодильники идут, где рыба хранится. Вот. Тут машины все оставляют. Тут холодильник большой идет. Вот. В том году мы, конечно, в этом номере жили. А сейчас нам дали на две кровати. Потому что мы вдвоем там мы жили, когда нас много было. Ну, все. Небольшой такой дворик. Но достаточно, видите, машин сколько. И вот новый строится. Там вроде баня будет. Ну, там прям очень много всего будет интересного. Тоже, скорее всего, люкс будет. О, яблочки. Вот такая вот, ребята, у нас еда. Щи, компотик, еще пельмени будут с рыбой.